Самые дорогие драгоценные камни в мире. Топ 10. 10е место. Изумруд. Драгоценный камень высшего качества ярко-зеленого или темно-зеленого цвета. Последние годы звание основного месторождения данного минерала носит Колумбия. Несмотря на большое количество активно добываемых во всем мире изумрудов, цены на них до сих пор остаются поистине космическими. Сегодня чистые камни встречаются крайне редко, что вместе с огромной популярностью определяет их высокую стоимость. Зеленый самоцвет исключительного качества весом примерно в 1 карат на мировом рынке продают более чем за 8000 долларов США. 9е место, Бигсбит, редкая разновидность берилла красного цвета, до недавнего времени известная лишь некоторым коллекционерам. Добывают его исключительно в американских штатах Юта, горах Ваха-Ваха и Нью-Мексико. Приобрести красный берилл высокого класса крайне трудно, при этом цена на камень весом около 1 карата составляет более 10-12 тысяч американских долларов. Определить среднюю стоимость данного минерала довольно сложно по причине малого количества выставленных на продажу высококачественных камней. 8е место, Александрит, знаменитый драгоценный камень, славящийся своей способностью менять цвет. При дневном свете его окрас характеризируется голубовато-зеленым, темно-сине-зеленым и оливково-зеленым оттенком, в то время как при искусственном освещении его переливы могут приобретать розово-малиновый, красный, пурпурный или фиолетово-красный цвет. Первый кристалл был обнаружен в 1833 году на изумрудном прииске в окрестностях Екатеринбурга. Стоимость данного драгоценного камня в зависимости от его качества может колебаться от 10 до 15 тысяч условных единиц. 7е место, Параиба, голубой турмалин, красивый и очень редкий кристалл яркого сине-бирюзового цвета, открытый в 1987 году в штате Параиба, что на востоке Бразилии. Долгое время этот драгоценный камень добывался только в одном месте, но сегодня его месторождение уже есть на Мадагаскаре и в Мозамбике. Бразильские голубые турмалины на сегодняшний день являются самыми дорогими представителями группы. Их цена составляет 12-15 тысяч долларов за карат, а действительно уникальный самоцвет высочайшего качества может намного превышать указанные цифры. 6е место, рубин, один из самых популярных драгоценных камней в мире, известный своими насыщенными оттенками красного цвета, ярко-красный, фиолетово-красный, темно-красный. Встречается, как и алмазы, на всех континентах, исключая Антарктиду. Главные страны-экспортеры – Таиланд, Мьянма и Шри-Ланка. Наиболее ценными являются азиатские рубины, особенно камни цвета голубиной крови, чисто красного цвета с фиолетовым оттенком. Ограниченное количество и огромная популярность делают их чрезвычайно дорогими драгоценными камнями. За карат рубина высокого качества на мировом рынке придется заплатить около 15 тысяч долларов. 5е место, алмаз, распространенный минерал, уже на протяжении длительного времени остающийся одним из самых дорогих и желаемых драгоценных камней. Причиной этому, конечно же, служит огромная популярность бриллиантов, так называются ограненные алмазы. С каждым годом количество изготовляемых ювелирных украшений с данными драгоценными камнями стремительно увеличивается. Промышленные месторождения алмазов сегодня известны на всех континентах, кроме Антарктиды. В настоящее время идеально ограненный бриллиант цвета D в среднем продается по цене около 15 тысяч е за карат. 4е место, жадеит, империал, минерал зеленого цвета, долгое время носивший статус одного из самых загадочных камней нашей планеты. Сегодня основные его источники находятся в Китае, Верхней Мьянме, Японии, Мексике, Казахстане, Гватемале и США. Приблизительная стоимость карата жадеита высокого качества на мировом рынке составляет 20 тысяч долларов. 3е место, Патпараджа, в переводе с тамильского цвет восхода солнца это розовато-оранжевые сапфиры, которые исторически добывались на Шри-Ланке, в Танзании и на Мадагаскаре. Сейчас на Шри-Ланке Патпараджа в естественном виде практически не осталось, и ее получают, нагревая минерал корунд в печи до нужной кондиции. Последняя классическая, ТЕ, негретая, Патпараджа весом 1,65 карата была продана на Шри-Ланке около 20 лет назад за 18 тысяч долларов. Сейчас Патпараджа весом свыше 5 карат считается коллекционной и может оцениваться до 30 тысяч долларов за каждый карат веса.
2. Место, Гранди-Дирит, редкий минерал зеленовато-голубого, зеленовато-синего или голубовато-зеленого цвета, первый образец которого был обнаружен в Шри-Ланке. В начале ХХ века его описал французский исследователь Альфред Грандидье, занимавшийся исследованием Мадагаскара, на территории которого и сегодня добывается основная часть этих минералов. Ограненные грандидириты сегодня существуют в крайне ограниченном количестве, около 20. Примерная стоимость уникального минерала составляет более 30 тысяч долларов за карат. 1. Место, красный алмаз, самый дорогой представитель своего семейства и по совместительству самый дорогой драгоценный камень в мире. За всю историю человечества было найдено всего несколько экземпляров данного минерала, и большинство из них имеют совсем маленький вес, менее 0,5 карата. Цвет натурального красного алмаза гемологи называют пурпурно-красным. Единственное месторождение цветных алмазов находится в алмазном руднике Аргайл, Австралия, в котором ежегодно добывают считанное количество камней. Самоцветы весом более 0,1 карата, как правило, появляются только на аукционах, где цена за карат составляет более 1 миллиона долларов.